Всем привет! Совсем недавно компания Google выпустила новую программу для обмена короткими сообщениями. Алло! Именно про нее мы сегодня и поговорим. Поехали! Алло является одной из самых ожидаемых программ этой осени. Многочисленные инсайдеры подогревали интерес к этому мессенджеру слухами о его необыкновенных функциях и искусственном интеллекте, являющемся одной из ключевых составляющих Алло. После установки программы вам понадобится зарегистрироваться. Делается это с помощью проверочного смс-сообщения. Таким образом, Алло привязывается к вашему номеру телефона, а не к учетной записи в Google. В процессе регистрации необходимо выбрать псевдоним и аватарку. После этого мы попадаем на главный экран программы, где должны отображаться все наши диалоги. При нажатии кнопки создания нового сообщения вполне предсказуемо появляется предложение выбрать контакт. Обращаем внимание здесь на возможность введения группового и секретного чатов. Но самой интересной функцией нового мессенджера является Google Assistant – специальный бот, который предназначен для ответов на любые ваши вопросы. Он понимает обращения как на английском, так и на русском языке. Правда, ответы пока только на английском. Но Google обещает в ближайшее время добавить русский язык. Ответы этого бота основаны, разумеется, на системе поиска Google, которая извлекает информацию из сети и предоставляет прямо в мессенджере в простой и удобной форме. Выглядит чрезвычайно прикольно и перспективно. Мне кажется, что именно эта функция станет фишкой этой программы. Google Allo – удобное приложение, которое расширяет возможности общения в чате. Отправляйте друзьям текстовые сообщения, стикеры, дудлы и огромные смайлики. Рисуйте на фотографиях, которые хотите отправить друзьям, или добавляйте к ним текст. Они разработаны независимыми художниками и студиями со всего мира. В общем, новый и отличный мессенджер, который вполне возможно станет большим конкурентом для других программ подобного вида. Я думаю, что всем стоит скачать и попробовать. Возможно, именно этот мессенджер создан для вас. Так что советую, качайте.